Антуан Экзюпери был простой французский летчик, но имел нагрудный счетчик с отключением изнутри. И когда летел в ночи на земле во сне Луиза, в тоне звездного каприза прошептал: «Отключи». Антуан Экзюпери траекторию полета не сменил до точки входа в параллельные миры. И на линии зари, на границе рая с адом, вечно виден авиатор Антуан Экзюпери.